Хотя накануне сотрудниками департамента ЧС было распространено штормовое предупреждение, к таким последствиям все же никто готов не был. Порывистый ветер, обрушившийся на Уральск в субботу, испытал городские конструкции и постройки на прочность. Стало ясно, что сделано из некачественного материала. К примеру, в социальных сетях моментально появилось видео с недостающими буквами надписи «Урал». Пострадали и жители многоэтажных домов. К примеру, в доме по адресу Урдинская, 27, упавшее на балкон дерево, разбило стекла. Разбилось вот одно стекло на балконе, погнуто он, видите, профлисты, крыша, да. Ветром повалило свыше 60 огромных деревьев. Обрушившиеся стволы повредили несколько машин. Заранее созданы аварийные бригады, 4 бригады. День, ночь уже было убрано 60% этих поваленных деревьев. На следующий день уже с обеда уже вывезено силами Шаяпа Закала в карьер Асан. На сегодняшний день все уже почти убрано, осталось обрезки. На сегодняшний день большая часть городских объектов восстановлена, а пострадавшим горожанам придется устранять последствия урагана за свой счет. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.